Ничего страшного. Так она обновилась, тут теперь вся игра по-другому. О, КГ. Это что, новая карта? Еще и карта новая. О! Лесопилка. Нет, лесопилка старая карта. Это говно карта. Ну, она самая новая из всех существующих. Бля. Так, музыку надо выключить. Алло. Так, все, мьютимся в диске, да? В диске мутимся, да. А, мы уже играем? Все, пацаны, блядь, как же Деси давно не играл, сейчас будет разъебчик полный от меня, нахуй. Навсегда, вот вы мне дали. Ебучку на безвучку. Да все, Хантик, все, блядь. Марк, ну пожалуйста. Он блядь, разминается просто. Все, пацаны, сейчас, пожалуйста, дайте, дайте мне плохого, плохого дайте. Плохого. Как разговаривать, блядь, не помню. Алло, меня слышно? Алло. Алло, слышал? Ты себя слышал, Кент? Марк, чё разошёлся-то? Ебать, ой, нет. Алло, слышно? Да-да, Крис, слышно. На какую кнопку вы разговариваете? Альт вижу. Алло, слышно? А, а каравай, слышно? Алло? Слышно, ебать, меня с... Пш-пш-пш. Я заражу. О, это что, какой-то прежний режим? А что, какой-то новый есть? А я сразу... Ребята, я мирный тип, сразу говорю. Можете ёбнуть, но не знаю. Зарк, при мне кровь запил. Ебучку на безучку. Фуловый нахуй! Я уже фуловый! Что это за хуйня? Тут на Q прям полноценная карта. Да-да-да. Ебать! Хантик, что делаешь? Он кровь пьет, я видел его. Алло, так ебать, тут сколько всего нового! На Q карта вообще фуловая. Тут кровь запита. Да. Я вообще не понимаю, меня слышно? У меня тут кровь запита, дед. Я не понимаю, что вообще происходит. Это, скорее всего, Кристина. Понятно, это зараженный, зараженный. Бля, ну как можно не понять, что происходит? Какую кнопку, пацаны, какую кнопку зараженных? Нет, я не в этом плане. Какую кнопку на зараженных? Быстрее, какую кнопку зараженных говорить, пацаны? Ну, Кристина въебала по-любому кровь. Какую кнопку зараженных говорить быстрее? Да, даже игра уже не интересна становится, потому что блядь, нельзя. Ну, да. Что? Не кто зараженный? Я, Марк? Потому что я сказала то, что я вообще не понимаю, что происходит. Все, пошла душка, пошла да, душка. Да, да. Водяру хуярила эту кровь. Я АФК стояла, если что, первые 5 минут. Антик, ты что, контролируешь Кристину? А чё кровай молчит? Ой, а? А кровай кровь пьет. А, кровай реально отпивается, наверное, пока мы тусуемся. Почему так свистит Дина? Я знал. Каравай и Крис Вейв. Блять. Ебать глючит. Я свищу? Каравай, АФК встал. Я какой-то код активировала. Он сдал. Да я потише делаю просто. Да-да. О, антидот, антидот. Ромче, скажи. Красава. Ой, бля, ну ладно. Ван, ну ты зря так делаешь, конечно. Я? Ну да. Оп. Получен антидот. Мизантроп. А, теперь пишется это? А куда идти? Да. А там не пишется кому? Нет. Написали, ты взял антидот. Не, ну так-то понятное дело, что я. Тебя спалили. Это, короче, Дина и Арина. И Кристина. Ага, и Зарк. И ты. И Кюхантик. Зарк вообще красава, реально. Каравай, давай держаться. 4, походу, заражённо. Балан, я тебе не верю. Ты мне просто так здесь отдал, блядь. Бля, открой, выпей. Я тебе не верю. Я вообще не слышу звук даже. Кто-то мне кажется, что это Марк. Ой-ой. Он очень много... Ой-ой, ребята. Марк, ребят, соберитесь вместе. Не бегаем на шифте, не бегаем на шифте. Давайте в центре где-то соберемся. Надо найти кого-то быстрее, сука, схавать нахуй. Нас Кристина схавала. Все, это изи, пацаны, это изи. Че такое, нахуй, Кристина, две штуки. Вот сюда. О. А почему? Ночью нельзя разговаривать, Кристина, ночью только мы разговариваем. А, да? Да. Че это за режим такой? Короче, это обычный режим, они вон вдвоем стоят, вдвоем стоят. Я грызу не понимаю вообще, что происходит. А че, просто их резать, чтобы они... Да, да, режь, режь их нахуй. Ты прав, вот это сейчас.
Так, короче, кто живой? Это не Дина и не Арина. Я жива. Это Зарк. Это Зарк. Зарк. То есть среди этих, ну, типа... Первый Зарк, 100%. А, ну, окей, давайте найдем Зарка, просто его заглупаем. А второй, скорее всего, каравай, потому что молчит. Ну, каравай да. начинает после этого. Он, походу, еще и шныкается, дед. Пам-пам, дело раскрыто. А, так, Хантик, Арина, давайте возьмем этот... Как его? Меня каравай, каравай, меня ёбнут без следа! Значит, первый каравай и Зарк. Зарк очень давай молчит. Зарк, окей. Поднял. Спасибо. Так, нормально. О, вот, я тут. Давайте держаться вместе. Все, каравай и Зарк. Пронесись туда, можно пронесись. Будем их искать, вообще, но кстати, надо будет найти по-хорошему. Не вижу сейчас. Ну да, если мы сейчас блин, не найдем, это не мое задание. Проиграли, надо найти. Да, го искать. Берите эти самые. Я слышу рядом тут, идите сюда. Мы тут. Где кровь нахуй, хоть одна? Меня сука! Потеряла. Во. Дина, просто... мы тут. О, во, вижу. Крис. А. Иди сюда. А, ну ладно. Я иду. Это да пофиг на сканер, мы их и так знаем. Да, на, хочешь возьми. Я думал, мало. Да, с Кристиной вообще не палец. Может, возьмем все-таки. Кристина да вообще не палец. Возьми. Надо искать лучше, нам, ну, без пофиг, все, пойдемте. Где они могут... Они, скорее всего, в каких-нибудь кустах сидят. Найс. Блядь, не хавать, сука, где кровь, нахуй? Сыпнишки. Если домиков много, тяжело. Меня стреляют. Ай, блядь! Пожалуйста, не успей! Так, голосуем. Ой, что ты поняла, блин? Сука! Нахуй я стрелять начал? Ну, блядь! Бля, мясо, я ебаная, нахуй! Ай, это Дина? Или чё? Это Дина! Блядь, Кристина не может понять, что... Кристина может понять, что не слышно, когда кричат? Кристина может понять, что она когда говорит, это типа ее не слышно ночью? Это Дина говорит. Был попущен ботслит. Бля, пацаны, что за хуйня? Я в него попал раз 15, нахуй. Мне в спину два раза хита дали, я уже умер. Кто-то жив остался, скажите? Я жива. Хорошо. Все, остальные все умерли, да? Все, Надь, красава, Кристина, Надь, кто? Красава. Зачем ты хаваешь сейчас кровь? Он же поймет, что это ты, Кристина. Блядь. Можно попробовать найти язву, лутать? Да, если бы я сейчас не стрелял, то я бы выиграл. Блядь, ты что за хуйня? Бля, Кристина, только не дай Хантику яд, только не дай Хантику яд. Кристина, только не дай Хантику яд. Ты где? Я тут. Где тут? Блядь, вот я, пошли. Я просто пытаюсь найти хоть что-то. Бля, Кристина, пожалуйста, только не дай ему ничего. Дина. Дина, чтоб ты понимала, Кристина кричит, когда тебя убивают ночью. Это Дина! Ой, блядь, Кристина! Не выпила же. Кристина. Я тут, Крис, иди сюда быстрее. Да не выпила, Кристин, ты! Блядь, Кристина! Надо найти этот яд. А он мог сдохнуть просто за зоны где-то? Вот. Мог, но мы бы выиграли. Бля, Кристин, не давай! Кристин, не давай! Бля, Кристин! Бери, Крис, куда побежал? А, да, Крис! Что? Возьми! Кристина, давай! Крис, давай! Не пошел! Не хуярь его, хуярь! Давай, Кристина! Кристина, хуярь! Да! Хорош, Кристина! Чё, всосал, лучшая! Марк, каково это уступать? Один на один! Вали, блядь, что вы понимали ночью? Ну, да. Ребят, что вы понимали ночью? Кристина, когда убивает Дину, говорит, это Дина, когда слышно только нахуй своих ночью, блядь. Прости, Марк.
Пиздец, Марк, ты доверчивый, все это пиздец, Марк, ты въебал. А где? Ну откуда я знал, что... Да нет. Да ладно, ладно, не, мы охуенно сыграли, да, потому что я вообще... Бля, я начал тебя стрелять, я три пули в тебя попал, и мне спину тут с дробаша ёбнул, я умер. Стоп, Крис, вы... Я с дробаша, блин, почему-то меня все равно загрызли. Загрыз. Кто был вторым монстром? Я. Кристина. Капец, Кристина, ты вообще... Обвела Марка вокруг пальца. Вообще не под... Марк, такой, давай держаться вместе! В конце, ну не антидот, а... Ох, охуенная карта, найс! Так у меня же не было причин не верить. Типа, да, я думал, понимаю, жив, я бы тоже поверила. Не, это охуенно ты то, думал, что... Зарк второй, он жив, да? Не, охуенно то, что антидот... Да, конечно, антидот... Ой, антидот, да. Говорю. Я отдал ты Кристине, а не Кристина тебе дала. Это вообще был бы пиздец, может быть. Я еще такой думаю, бля, я не давай я тому только, пиздец. Капец. Кристина коварная, Крис. Побеляла хвостиком и приручила Марка. Помыла руки, называет. Понял, Марк? Чё понял, блин? Красава, говорю. Пиздец. Бля, я так хуёво сыграл, но это вообще пиздец. Короче, я никому больше не верю, блядь. Все, я тебе тоже не верю, пошёл нахуй. Понятно, сейчас Марк будет предателем. А ночью что, никто не может говорить? Да, ночью только говорят плохие люди. Я помню только в Дине и Арине, потому что мы вместе стояли, и ночью, ну, типа, наши очертания остались. Вебку Кристина, ребят, не могу, она не хочет. Я просто, да, с учёбы. Она просто по стрим снайпить хочет. Ой, я не заражённый. Я такая же хуйня, хуйня. Марк! Марк! Невиновна. Вики, Вики. Это Дина, все. А что это за ящики появились новые? Я не понимаю, как их брать, я не почему понимаю. По мне бьют? А, вот. Хак терминала. Там сначала было... нужно нажать на ящик, на твой, и потом расшифровать ноутбук. Алло, меня слышно? Да. Да. Опа. Опа. Good. Получен антидот. А тут уже, в коридоре запито. Где? Ой, если на лестнице запито, то это Зарк, это Аван, кстати. В смысле, на какой лестнице? Ты в Дискорде сомнуйся! Ага, едет Лан. Я знаю. Сказали бы, я, кстати, думаю, что Зарк мирный. Ребят, Зарк мирный, потому что он уже спалился бы с двойным своим голосом, говоря в плохой чат. Плохой чат. Плохой чат нельзя говорить утром. Его нету, только ночью. А, да? Да, да, да. А, окей. А, окей. Что приделать надо? А, вот. Да не, ребята, я спалился бы, спалился. Где штучки? Чё-то каравай молчит. Чё? Как в прошлый раз. Я не знаю, что я сделал. Я с Хантиком бегаю. Вот тут кровь выпита, Хантик смотрит. Красава. А чё Хантик молчит? Тоже что-то какое-то. Ну я за Хантиком. Кто-то сломал. Ах ты сука, кто-то сломал, короче, этот предохранитель. Когда предохранитель ломает. Предохранитель. А, вот так вот, да? Угу. Окей. Мне похуй, я доверился одному человеку, если не бегаю. Хантик в прошлой игре тоже доверился одному человеку. Быстро. Похуй, я рискую. Играю 50-50. Марк, ну что ты встал? Тут выпита кровь. Бля, Марк, не дай бог, ты выпьешь меня. Блять, охуеть, чё, вы невидимы? Охуеть, так это непонятно еще кто превратится? Еб. Ой. Ой. Найс. По мне хуяришь-то? Ой, бляха. Мать моя женщина. Мать моя женщина. Чё делать-то надо, я не понимаю. Кто это? Блять, кто это? Бля, как понять, кто это? Найс. Фу.
Фу, меня завалили просто. Блять, что за хуйня? Как понять, кто их живой? Я не понимаю. Sing. Пожалуйста, быстрее. Стой. Да сука, уёбок, блядь. Фух, еле успела последний. Это так, кто точно живой? Не Лиса, и это точно булщик? Не дед. Алло. Алло. Лиса, это я, да, верно? Это не Лиса и не дед. Я видела. Ребят. Кто дед? Кто? Я не понимаю, кто есть, ну, кто. Ну, в пиджачке кто-то. Ой, кто видела только кудрявую девочку. Просто класс, спасибо огромное. Ну, это, видимо, я. Блядь, о, это точно что не за хуйня? Да. Почему? А кто? А кто дед? Кто живой вообще? Перекли. Спасибо огромное. Я живой. Я живой. А кто? И я реснул этой ночью. Как ночью? Как ночью понимать? А, меня, у значит, меня окей. Да-да, ну, Зарк, значит, тебя, в принципе, я так не подозревала. Как ночью понять, кто же живой? А, да, это Кхантик. Давайте захуярим его сразу. Чекайте меня, чекайте меня. Быстрее, я помню, кто не придет, тот уёбок ебаный. Дина, ну ты не кудрявая. Я взяла, я сканю Марк. А, я не кудрявая? Идите сюда все. А, я Чан. Бля, Кристина, вот. Окей, ну в любом случае меня поднимали. Это мой, это моя ловушка. Кого чекаете? Хантика? Второй, значит, Арина. Что? Так, Марк чист? Бля, это Крис Вейк прёст! Да что? Какая Крис Вейк? Марк чист? Нет, Марк виновный, я же говорю. Первый Марк, вторая, скорее всего, Арина. А вдруг он обманывает? Вдруг Крис обманывает? Да я говорю, он обманывает. Хорошо, можете меня нокать тогда, но... Я только что проверяю, говорю то, что это Марк. Зачем голосуете? Алло! Ну и голосуй. Значит, может, да, Крис нас Кристина опять обвела вокруг, блядь, пальца? Можете меня нокнуть, да, чтобы было спокойно. Нет, нокните меня, чтобы были спокойны. Ну один в один сделайте, алло. И вы сказали локоть, вы я локнул, вы что, издеваетесь, что ли? Так, Крис, иди сюда, я на тебя маячок повешу. Давай. Да надо было один в один хотя убирать. Рано. Лучше потом, да? Попорылые нахуй. Хантик, я тебя пиздец как понимаю. Вот в данной ситуации нужно убирать один в один тебя и ее. Но никто не убирает, блядь, Дина же умная. Зарк меня поднял ночью, когда я умерла. Ее убил зомбак. Блин, Зарк, я могу доверять только тебе. Давай держаться вместе, слушай, где ты? А где ты? Я там же диска. Крис взяла передо мной. Я патроны взялась. Да, патроны взяла передо мной. Блин, я рядом с Ариной, Крис, я их боюсь, Зарк. А где ты? Я где чекер? Не, Дина это нормально, ее же поднял Зарк. Да, Арина и Кристина. О, так, все, держимся вместе. Бля, пиздец, надо... Ну, блядь, почему нельзя убрать в размен? Дина же, ты умная. Где, блядь, пожалуйста? Так, стоп, давай я на Арину повешу этот... Я маячок повесила на нее. Все, пизда. Хавай, говорит! Кровь-то не выпили, девчонки! А, нет, одна выпила. Че делать? Просто жри их. Просто превращайся и жри. Дина! Блять. Вован еще живой, Вован, давай, все на тебе, Вова! Вова! Все, это пизда какая-то. Бля, Арина просто ебашит. Короче, Хантик, смотри. Сейчас мы размутимся, я расскажу, что они неправильно сделали. Как лучше было сделать. Я съела первую. Класс, осталось. То есть просто подходи. Просто всё. Ешь, подбегай и левой кнопкой мыши. Сейчас я помогу. Давай. Дина, бля, ну там два вот в один надо будет. Надо к этой фигне бежать и на бля, этой, давай короче, один будет. Питать. А, нет. Кто жив? Я жива. Угу. Бля, Дина, пойми, что это два бафа. Зарк жив? Угу. Это... Давайте на центре просто встретимся. Дина! Дина умная. Дина, Настя. Где? Я не скажу. А почему игра не закончилась, если осталось два предателя и я одна? Почему? Такой вот вопрос.
А почему предатель? Я не предатель. Да потому что вы вдвоём предатели, вы съели Зарка этой ночью. Зарк молчит, прячется. Бля, Дина, убегай, Диночка! Диночка, еще минуту беги! Дина! Бля, все это пизда. Бля, Диночка! Дина! Дина, да прыгай! Ой, хорошо, Дина, ебать, бонсит! Бля, почти! Глазу, глазуй! Выстрели или ножиком? Не попадай, не попадай, не попадай! Я объясню, что в этой ситуации надо было сделать, когда Кристина взяла просто чекер просто так. Вам нужно... Тихо, дайте скажу, Я не голосовал. Тихо, дайте скажу. Надо было и... Да, в размен надо убирать было 100% так. Ты человек, который топит всегда за то, чтобы, ну, как-то, блядь, равносильно было. Это правда. Я прихожу, первый на чекер, позвал абсолютно каждого на них. Да, Кристина просто подбегает, забирает. Берёт первый чекер, нахуй не спрашивай, не дожидаясь. Блять, чекай. Да. Марк, не переживай, мы просто больше не верим в Кристине. Марк, пока просто разыгровочный. Меня тут никто Маркуль. Не переиграл. Маркуль, пока разыгровочный. Сейчас все поймут, что и как дело, и все будет нормально. Нет, Зарк, не, я просто говорю, что... Кристина охуенно сыграла. Кристина нормально сыграла, все охуенно. Просто никто не понял, что больше не верим. Да, просто надо было в размен закинуть. Я согласна с Марком, но просто понимаешь, мне же невыгодно ждать, пока все придут. Да нет, ты-то правильно сыграла, просто люди, которые... Им надо было в размен сыграть. Те, кто выжившие, ну, никто ничего... Ну, вообще, никто не подумал, что Крис Фейв может пиздеть. Точнее, Дина подумала, но нахуя проголосовала? Зарк на одну зашел, он уже 3 играет, потому что Марка нет интернета до сих пор, ребят. Да, я могу еще играть. А, кстати, Вадим, а в первой игре... 30 минут. У меня был выбор, типа, выберите, с кем вы будете играть, и да. Я тебя выбрала. Это как вообще так работает? Чего? Хуй знает. Типа, выберите своего тиммейта зараженного, я выбрала тебя из всех. Хуй знает. Я не поняла, что это вообще за выбор, я просто тыкнула и... Ну, спасибо, что меня. До слез. Фризит, ты сука, какого хули, Фризит? Так, у нас началось. Сейчас нормально, пацаны? Все, теперь я реально не зараженная, невиновная, я бы даже сказала конкретно. Нормально все? Невиновная. Так, замьютил диск. Да, всё отлично. О, психбольница изменилась. Ой, кстати, на психбольнице очень тяжело играть за мирных. Да, потому что, ну, сейчас она посветлее стала, раньше супер темная была. Ну да, но это еще не ночь. А ночью вообще, чтобы вы понимали, даже не видно, с кем ты бегаешь, блядь. Вообще пиздец. Да, теперь не показывает ничего. Блядь. Что за хуйню дают мне? Блин, ради долбанной ловушки нужно столько заданий выполнить. Да, мне то же самое просто. Опа. Кстати, хай. Ну, это прикольно, больше интерактива сделали. Хантик. А то есть теперь есть два режима, получается, разные? Хантик, чё молчишь? Хантос. Зайчик. Хантик. Не-не-не. Хантик, ебать, тиль тебе уже надо. Я тебе в прошлый раз дала. Ого! Нет, так не работает. Ну, значит, это... Ну ладно, хорошо, давай никому так, но это, блядь, 0 кюмов будет. А чё вы нашли? Дин, иди сюда. Че, что там? Возьми. Что, неважно, это дебил, это же понятно, секунду, что антидот. А, когда говорит, Дина, возьми, сейчас по-любому Дину будут ебать. Блядь, всё, это ГГ нахуй. Всё, я Дину убиваю. Так почему сразу Дина? Так, алло. Может быть, я взяла. Да я... Ну да, блядь. Это же только... Эйнштейны. Я что-нибудь найду сегодня, нахуй, нормальное, блядь. Дробовик забрали, два этих, блядь, антидот. Кто на меня трекер повесил? Почему написано антидот 0 из 1? Нет трекера. Почему написано антидот 0 из 1, если антидот взяли? Не-не-не, на меня повесили трекер. А кто это был? Тот, кто повесил на меня трекер, убийца. Отслеживается другой игрок. Вас отслеживает другой игрок, я не знаю, кто это. Где, блядь, эта хуйня? Арина рядом была, Арина, ты на меня трекер повесила? А, вот, блядь. Нет, я не я. А, это не моё, блядь. Нам пизда. Бля, с кем это? По-моему, Арина, да? Это, по-моему, Арина, пацаны. Это Арина? Это вроде Арина. Ты что ты делаешь, Арина? Не используй! Бишефта, блядь, как же им объяснить-то? Это Хантик со мной?
Бля, это, по-моему, Хантик, да, тоже. Ты кто? Бля, кто сидит, не пойму. Как понять, кто сидит? Блядь, непонятно. Ой, 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 ой. Пизда. И антидот у Дины еще. Иди нахуй, блядь! Не успел нахуй, блять. Найс, бля, по-моему это Хантик живой, Хантик живой. Ребят, я еле успел. Бля, еле, по-моему это Хантик, успел. По-моему это Хантик. Фак. Дина, ты кого-то резала? Хантик? Дина, ты кого-то резала? Дайте мне проверить. Фак. Нет, нет, там заблочено иди, было, не могла подойти. Не, это пиздеж какой-то. Это пиздеж какой-то. Можно я скажу, блядь, или нет? Давай, давай. Нет. Давай. Ты, чё, блядь, не понял, перед началом ночи, когда ты забегал в комнату наверх по лестнице, кто с тобой остался, блядь? Я не помню, по-моему, Хантик. Вот именно, дайте мне чекер. Дайте мне нет, чекер. Нет, чекер. Зарк ушел, да я, да я, Зарк, нет, да я, Зарк, да я. Ты еблан, я последние секунды. Дина, Дина, поставь. Ужас, Дина, Дина, короче, мы с человеком сидели на генератор вместе с ловушкой, его убили, там ужас заблочил. Дина, встань, Дина, Дина, встань, Дина, встань. Почему именно Каравай? Кому, подождите, кому мы дадим, кому мы дадим чекер? Проверьте, пожалуйста, Арину, проверьте Арину. Нет, я проверю Дину, я проверю Дину. Дайте нахуй мне. Не надо меня проверять, нет смысла на меня тратить проверку. Окей, кого проверить? Я Зарка хочу проверить. Арину, Арину. Можно меня проверить? Да, Арину давайте. Давай. Let's see if they are infected. Infected. Это зараженная? Ну что, да, убираем да. Двоих? А, у нее просто, я вам объясню, я видел монстра, который, ну типа, который у Арины а был в прошлый раз. Почему вы так доверились Каравай? Убираем двоих, что чтобы не было как кто-то. Я был, я был с Хантиком, я не могу врать, я не могу врать, я с Хантиком был всю игру. Мы взяли, дали сканер Караваю и поверили сразу. Ребята, убираем двоих тогда. Я с Хантиком всю игру бегал. Хантик не может меня просто так голосовать. Хватит думать Хантик? Быстрей. Что, стоп, Каравай, ты сам в прошлый раз топил за то, чтобы убирать по балансу. Нет, по балансу, да, я просто я говорю то, что я с Хантиком всю игру бегал, понимаешь? Хантик, ну, Хантик молчит, это не подтверждает то, что, видимо, он второй... Хантик, ты можешь сказать... Хантик, ты можешь сказать, блядь? Каравай тоже, убираем Каравай тоже в баланс. Алло, прием, Дина. Да-да-да. Я на тебя вешал трекер специально. Если ты маньяк, я бы видел, как ты бежишь. Хантик, ты вешал на меня по другой причине. Ребята, мы убираем баланс Каравай. Стой, а где Кристина? А, Кристину убили. Тут не нужен баланс, когда информация... Я говорю, что я с Хантиком... Дин, Дин, я тебе говорю, я с Хантиком всю игру был, понимаешь? Быть это Дина просто... Так я, откуда у меня доверие к Хантику? Откуда у меня может быть доверие к Хантику? Так они вместе, понимаешь, в время были. Тогда, в принципе, вопросов больше нет. Я, они вместе были, и я навел на Арину, потому что... Кристину убили, смотрите, нас остался один. Ребят, 100% один остался. Я проверю, я же говорю, я... Блять. Зарк, просто послушай меня, если ты утверждаешь, что они действительно были вместе, и ты выгораживаешь обоих, это одно. Хати, хати, но сейчас ты мы где? Просто остаемся в ситуации, Зарк, что мы опять 2-2. Нет-нет, мы все. Сейчас, Хати, сейчас будут Дин убивать. Бля, кто это вот этот третий? Да без шифта бегайте, ёбаный рот. Найс, без шифта бегают, найс, хоть что-то поняли, нахуй. Да не бегай, не прыгай, блядь, видно же, нахуй, все. Сейчас процентов пойдет. Ты что за хуйня, нахуй, сидит здесь? Чё? Кровь не выпита, ладно. Мы четвером, и никто не превращается? Чё за хуйня, блядь? Ещё один остался. Бля, я чувствую, это Зарк, нахуй. Блядь, мне кажется, он тугой какой-то. Он не превращается. Потому что... Да! Скорее всего, это Зарк, потому что Дина там сидела, какую-то херню делала, просто ничего не делала. Просто села АФК возле двери, и она не пила кровь, которая рядом была. 100% не Дина. Кто не чинил, блядь, скажите? Я чинил 3 штуки. Кто сидел и не чинил? Это последний. Так, смотрите. Смотрите, Дина, нападения Дина не было, потому что они не успели отпиться, потому что мы весь день дискутировали. Кто кто-то сидел? Скажите. Да, кто-то сидел возле двери.
Это не я был, я с вами бегал, я с вами бегал. Мы втроем бегали по трём генераторам. Я объясняю, это сидела Дина, потому что Зак не знает, что... Смотри, Хантик, стой, Хантик, брат, стой. Знаешь, почему я могу... Тихо, дай скажу. Дина. Я один и тот же генератор несколько раз чинила, ждала, пока он... Да, Хантик, короче, смотри, там была рядом кровь, она бы выпила, Хантик, там рядом прям кровь была до хера, она бы выпила 100%. Я не знаю, мы просто вместе можем продолжить двигаться. Хантик, дашь мне Хантик? Или Зарк дашь? Нет, может, тогда это Зарк? А зачем? Зачем это? Да, я от него. Хотела, но согласен. Кто передаст, даст. Кто передаст, я, то. Ой, блин. Я до сих пор как-то не верю. Я не знаю, я втроем с вами бегал. Не знаю, я верю Дине почему-то. Я не верю Зарку, нахуй. Ну, Зарк сам бегал. Я чинил миллион генераторов. Зарк, а ты знаешь, что без... Давайте ночь начнем быстрее. Ночь начнем быстрее. Нет, стоп. Ну, чтобы не успели выпиться. Нет, да подожди. Зарк, ты знаешь, что без шифта... Блядь. Не видно тебя, когда ты ночью бежишь. Ёбаный рот. Это как понять? Ну, то есть, если не нажимаешь на шифт, то ты не подсказываешь. Ну, все равно проблескивает, у монстров надо. Да давайте нажмем быстрее, игру начнем. Давай, погнали. Нажимайте. Погоди, я хочу камеру взять, стой. Ой, бля, сейчас такая пизда мне. Где Хантик? А где я? Ой, нет, я не буду с Зарком стоять. Ну почему ты? Хантик, а ты где? Хантик, ты где? Ну спасибо большое, что начали. Вот, Хантик, все. Найс, так. Бля, я не верю Зарку тоже, нахуй. Надо пистолет сразу взять, блять. Бля, зачем я бегу на... Блять, где этот, нахуй, генератор ебаный? Ой. Меня одного ставили нахуй. Похуй, ставим сюда вот так вот. Ёбаный рот, пиздец, меня одного ставили нахуй. Ой. О, побежали нахуй. Давай. Блядь, давай! Ебать, сосать нахуй, халявная игра. Кто был? Это Дина была, я вам серьезно говорю. Дина! Хуй знает. Чё нахуй? Ребят, чё? Это была только я. Игра, а как короче, это? Баганулась, и только я была. Ты одна была? Mm-hmm. А, реально? И мы... А мы чисто друг друга подозрели. ПКД. Что? Решили доиграть, да. А чё за хуйня? Я думал... А как так? Бля, пиздец. Это Дина. А я думал, что это Зарк вообще. Я тоже думал, что это Дина. Я думал на Зарка. Я тоже думал, что это я. Чё ты? Так, мне нужно кое-что выложить. Пишет выбирать тиммейта, там надо, слышишь, Рин? У меня была такая кнопка, я на нее тыкала, и она не тыкалась у меня вообще. То есть я не гну. Я нажимала выбрать напарника, и потом она не тыкалась, я нажимала выбрать случайно, она тоже не тыкалась. Думаю, ну ладно, баганулась. Знаете, как я угадал то, что это Арина? Все, тихо, играем, тихо. А как угадал-то? Ну, у нее скин на монстра. Был. А. С Хантиком хочу. Меня слышно? Давайте все снимем просто. Я с Хантиком хочу, да. После первой карты давай, сразу. Давай с Хантиком, блядь, давай мне с Хантиком. Попросил чекнуть ее. Хантика даст мне? 1 FPS, бля, после, я не знаю почему, это походу когда начало катки играет. Ой, блядь. Снова невиновна. Ни разу блядь, сегодня монстр не почему у меня постоянно так лагает? Не знаю, звучит как-то... Эх, снова невиновна. Ой, я случайно чуть было не приблизила ночь. В смысле не приблизила ночь? А это разве случайно только нажал, я думаю, что это. Хантик, иди за мной. Пошли со мной. Ой, я кровь выпил. Можно приезжать в ночь, чтобы не могли зараженные отпиться, поняла? Я поняла. А ночью они не могут пить? Нет, ночью они могут. Я давно не ебашил зараженные, я не знаю. Ну тут очень много всего поменяли. Ночью могут пить, но это там по половине. Ночью они не пьют, они ну тогда, блин, какой там смысл? Я приблизила ночь. Пусть он нас быстрее. Ребята, антидот получил. А у кого антидотик? Посмотрите, мы втроем тут рассказали всем. Охуеть.
А у кого антидот? Понимаете, когда вы, да, когда вы говорите, у кого антидот, то зараженный будет целить именно этого человека. Ну да. Держаться рядом вы с ним. В этом и суть, в этом суть не говорите. Я знаю, кто это. Я. Ханти как будто с туалета, пацаны, да потому что у него хуёвый интернет. А как интернет собраться с бассейна? А там можно выйти как-то. Там палки какие-то лежат с одной стороны. Палки? По палкам. Палки. Сука, не мой чест. Бля, Кристина меня преследует нахуй. Так, ну я в принципе пособирала всего. Я готова к этой ночи. Держитесь, зараженные, вам жопа. Вам просто не выжить. Окей. Ага. Я буду прятаться. Чисто начну сразу с починки генератора. А я с поминки. Тяговый я в нишенке! Тихо-тихо-тихо. Бля, может треснуть Кристину? Давайте треснем Кристину, похуй! Или не будем? Ладно, похуй не будем. Пушку попался, сука! Я сейчас скажу, что Ханти креснул. Реально, я сейчас скажу, что Ханти креснул. Ребят, ребят, я Хантика реснул. Я Хэнти Хантика реснул. Я реснул Хантика, я реснул Хантика. Я тебя реснул, алё, блядь! Да я, блядь, что, да, я скажу нахуй! Так, каравай, Хантик. Я каравай, я реснул Хантика, я реснул Хантика. Смотрите. Окей, Хантик, что хотел сказать? Перед тем, как меня сожрали, я сидел, букву смотрел, как Дина, и, ну, блядь, по очертанию, когда я знал, что это Дина, я не помню, кто бегал с Диной. Я сидел в углу, я увидел, как Дина пиздил монстр. Это 100% Дина, все. Ну, кто остается, Зарк? Окей. Я, Кристина, меня... Кристина тут? Так, Арина. Я тут, я, если что, не зараженная, я пробежала мимо. Ребят, чекер показал, чекер показал. Подходите на центр, можете меня проверить. И там нету воды. Ой, я доверяю Хантику, потому что я реснул Хантику. Ребят, он 100%, он 100% мирный. Хантик, иди сюда. Ребят, я показал чекер, подойдите, Хантик, проверьте меня, если хотите. Смотрите, если я объясню, почему Хантик 100% неплохой, потому что я его реснул. Понял. А может это каравай Хантик? Я его реснул! Это не Хантик. Я его реснул, два трупа было в прошлой игре. Это может быть каравай, но это точно не Хантик. Окей, давай, Хантик. Можешь меня... Хантик, бери! Хантик, бери! Ты единственный! Проверяй меня, проверяй. У меня есть сканер, если чё. Хочешь меня проверяй, Хантик? Что это у меня, блядь? Ну, Зарка или Арину? Алло. Давай, проверяй. На меня нет смысла тратить. А кого? Давай Зарка, давай Зарка. Давай. Ну чё? Зараженный. Это Хантик, я вам серьезно говорю, я честно скажу, это Хантик. Это Хантик, алло, я помогал ей. Я резу Хантика! Это Зарк, это Зарк. Это Хантик, это каравай Хантик. Каравай Хантик, поверьте. Просто поверьте. Я даже добил. Блин, а вдруг это реально каравай Хантик? Может это такой five-head move? Боже. Я перед ними кровь выпил. Один говорит, я поднимал другого. Рин. А вдруг это они, а? Что делать будем? А куда они делись вообще? Арина, это они! Я пизда, она... Ламбада, мы танцуем баду везде. Я рядом, но еще тебя не видел.
давайте ресту, давайте ресту, давайте ресту, ресту, ресту. Как выйти, как выйти? Смотрите, как выйти? Сейчас. Блять, быстрее, быстрее, респаун, я сейчас не успею, нахуй. Блять. Диночка, живи, Дина. Дина. Блять, не успел, ну ёбаный рот. Так, где она прячется? Надо искать ее теперь. Где ты прячешься, а? Ёбаный рот. Хантик, ты живой? Алло. Ну все, да, добивайте меня, короче. Побыстрее. А, Хантик умер. Мы вдвоем остались, Арин. Ага, да-да. Хантик, иди сюда. Хантос. Хантос, давай, братан! А ты что, Дина убил? Я убил, да, сорян. Я не хотел. Да-дай. If anyone messes with me, they get injected. Сейчас, Хантик. Как ты убил Дина? Почему я не могу никого убивать? Я не знаю, ты мясо. Нет, в смысле, у меня нет... Арин, ты где? У меня для тебя подарок есть. Арина. Подарок есть. Арин! Слышь, спряталась где-то. Блин, это походу Дина, слышишь? Куда она, блядь, спряталась? Как ты ее съел, сука? Да я не знаю, где она! Блядь, я застрял! Это Дина, меня съели! У меня она, слышишь? Подожди, еду. Покажи мне ее. Тут сидит? Я не могу ее найти. Пиздец. Реально? Она слилась с местностью, да. Ты сейчас рофлишь или нет? Да я в ахуе. Бля, пиздобол ебаный. Бля, дай хотя бы тебя, что ли, ебну. Иди сюда. Пошел нахуй. Да я бы ничего не буду делать. Я подниму тебя, у меня резко. Я же тебя поднял уже один раз за игру. Давай второй раз подниму. Иди нахуй от меня. Да ты охуел? Отъебись. Где она прячется, я не пойму. Где же она прячется, я не пойму. Бля, ты вот ты козел, ты ее нашел нахуй, не говоришь. Мне все пишут, убей Хантика нахуй. Бля, сейчас всех забанят, сука. Ест, сука. GG. Блин, как со мной Кристина бегала постоянно, я боялся запиться. Это вы хорошо провернули, мол, я того-то реснул. Ну я, блядь, понятное дело, гений игры. Я специально тебя тоннелила. Да я поэтому, я поэтому пытался тебя обижать. Ты двери закрываешь. Сейчас, мне минута нужна, не стартуйте, подождите, ребята. Мне нужна минута. Я специально двери закрывала, чтобы ты за мной не бегала. Ну я так и поняла. Я поэтому еще быстрее бежал. А потом я поэтому и тебя и убил первый. Пацаны, заследите за этой. Пожалуйста. О, ебать, что пишет, осуждаю нахуй, пермач. Я, короче, все, каравай, слышишь? Вообще все? Ну да, я сейчас буду собираться уже идти. Окей, сейчас. Бля, я проебался сейчас. Сейчас паштет зайдет, сейчас. Паша, заходи. Сейчас бисик зайдет, только он без вебки будет, но ничего страшного. Может, с вебкой все-таки. Паша без вебки, брат, будет. Так он же в чулке там фоткался. Да нет, ну куда? Чулок. У него нет вебки, во-первых. Ну ладно, все, спасибо всем за игру. Давай. Давай, спасибо огромное, брат, что пришел, спасибо. Пока. Бисик, запасный бисик. Всеми собраться. Без проблем, надо собраться. Карта была. Да, мне она очень нравится. Ну, как минимум позвать меня надо куда-то. Все хотят. Так, слушай, когда я писала несколько раз, только вот Хантик и Кристин захотели в манг. Не, ну сейчас-то есть желание, потому что новая карта, там новый чит. Понял? Ла. Бля, я вообще всегда рад. Марго, а камоль, пацаны, у него интернета нет. Заходи, Паш. Сейчас приду. Здорово, брат. Че, как Макдоналдс? Чему ты рад? Привет. Чего? Как Макдоналдс? А, нормально. Пишу паштету в 14. Че, брат, придешь на детин? Я сейчас в маке. Ой, я тоже сюда муж. Я в маке был. Че, похавал? А че, там обновили жестко что-то? Да вообще пиздец, дядя, я тебе говорю, без шуток. We have a winner.
Че, надо снова учиться? Я зашел мне в туториал, ну, предлагают пройти. Да не, а, там скипнуть можно, брат. Мне за сколько? За 125 этих стаканчиков один раз золотое выпало. Один раз. Это что нахуй? Come again soon. Я 125 стаканчиков уже въебал. Ебать. Сейчас, пацаны, бисик заходит, и мы идем. Правда, Паша будет без запки, но ничего страшного. Мне пишет, пытаемся подключиться к серверу, подождите. Давай ждем. Если проблема повторится, обратитесь в Discord GD/DC. А-а-а, вот так вот, то есть, да, вообще? Я пиар Discord. А что у меня с микрокаравай? У тебя в игре, короче, с микрофоном пиздец. А я не знаю, как это пофиксить. Да, похуй, самое главное, что тебя слышно. Походу, надо перезайти или что у меня, блядь, Попробуй. А-а-а. У меня вот с веб-камеры в игре, блядь. У Бисикса голос на симпла похож. Да не. Я нажал, короче, скип туториал, и у меня, блядь, я КС открыл. Все, го в КС-ку. Я, короче, нажал скип на туториал, и у меня не загружается в игру теперь, походу. Сейчас я перезайду в игру. Не, ну, Арин, ты же скипала? Обучение. Арина! Арине похуй. Ей похуй. Блядь, Дина, что это? А чё там? А чё там такое, Хантик? Почему вечно эту фотографию вы берёте? Дань делает с этой фоткой. Мне кажется, забавно, нет? Let's see what you can do with it. Откуда вообще эта фотка пошла, кстати, Марк? А где ты загрузила, Дин? Я просто сфоткался. Это в сторис. Ну, видишь, ты же сам сфоткался. О, всё, это что? Ебать, ты красавчик, дядь. Да, это братики на фотке, я думаю, это вообще сериал какой-то или фильм. Пошли, залезайте. Дал, брат, залетай. Ага. Все, я начинаю, все, гоу. В группе, которая крестает спецсоединиться, нет мест. Чего? А, Зарка нет. Нет мест, подожди, у нас тогда выходим или что? Не, стой, Зарка выкинул, все. Инвайтнул, Паш, все, инвайтнул. Так, все, старт. Сейчас я посмотрю там, сколько у меня тикток миллионов собрал, блядь. А что тут? Да не, такое же? Ёб твою мать, с такими миллионами пизду. Да, параллельно такой же, там пару фишечек добавили, там на Q можно фулл карту открыть, вообще смотреть, что у тебя где. Да, это удобно, кстати, Q. И генератор ночью, да, тоже на карту. А говорить на какую? Я не знаю. На альт. Альт. Ночью только на альт. Зараженные не могут говорить. Зараженные не могут говорить днем, только ночью. Да? В смысле, ты не можешь зараженному ничего сказать? Нет. Нет, подожди. Утром нельзя. Днем все говорят. Ночью, да, ты говоришь только с зараженным. Со своим, и в чем смысл, а типа заражённый? А, или слышит тебя только зараженный? Только зараженный. Да. Короче, ночью. Слышишь, Бисикс, еще? А днем конкретно зараженному ты не можешь просто. Но Паша, понял. Когда, короче, ночь, ты не видишь вообще никого, как с кем бегаешь почти, понял? Да, это слышишь, вообще пиздец. Короче, всех это все на одно, да, лицо. Это просто очертания скинов. Это очень тяжело, кстати. Ну, короче, не очертания. А как узнать, кто превратился? Ну, запоминать, кто где был по позиционированию. Нам надо скины будет снять монстров, чтобы у всех были одинаковые. Это так легко очень. О, нихуя, у меня часы какие-то фиолетовые. Пацаны, вообще в чате кто-то есть? Все, мутить. В чате вообще есть кто-то, нахуй, или у меня все АФК? Ой, блядь, Сенса X300. Меня слышно в игре вообще? Да, брат. Я в этот раз зараженная. Красава. Мне пишет, что... Значит, Дина реально зараженная. Так бы она специально сделала такой мув, чтобы мы подумали то, что она специально сказала. Да. Но на самом деле она действительно... А что днем делать? Надо ловушки собирать или нет? Все, брат, надо делать. Тут до хера всего, брат. О, нихуя на карте есть, что видно. Я в кабинете. Ой, а тут портреты висят. Это, наверное, портреты разрабов? Это было очень! А, кстати, тут разрабы вообще нормальные такие. Я смотрел, кстати, обзор на игру. Вот смотри, каравай, вот тут. Как обзор? Может, это портрет разрабов справа? Где? Вон на стене. Да не, это хуй знает, кстати. Я терминал взламываю. О, это этот! Бля, забыл как. Опа, получен антидот. Опа. Бля, кто его взял? Это я взял антидот. Ой. Да? Алло, а вы знаете, что вы без меня не начали? Реально? Алло, меня слышно? В смысле? Только что начали. Алло. Да, слышно. Да, слышно. Блять, у меня весь инвентарь в ловушках, нахуй. Бля, у меня нормально тоже ловушка. Ну, пригодятся. У Хантика, пацаны. У Хантика. У меня сенсат миллион, я вообще не могу двигаться. Пацаны, крови выпито, пиздец уже. Чё стоишь, Марк? Я ни одной не видел.
Алло. Битикс, ты помнишь, что по ночам не бегать? Да, что ты делаешь? Опа, выпил Алекс выпил при мне. Алекс, это какой? Арина выпила. В коридоре вдали. Это Зарк! Это Зарк! Вот она вот там выпила. Вот она где. Она где Дина пробежала, выпила. Видела, Дина, у тебя там выпита кровь? Заголосовали, да? Я голосовал, я заголосовал. А, еще голос нужен, сейчас. Еще голос нужен. Я заголосовал. Кто-то один не проголосовал. Готов. Крис, я молчал, я... Хантик, у тебя все равно микрофон с жопы, слышишь? Тебя Хантик, да, микрофон из этого. Из какой-то хуйни. Я, кстати, успавнился, тут крови... Да главное, что его слышно, какая разница. У меня не ставится микрофон хайперэксовский. Ох, у тебя слышно, просто хуёво, но слышно. Походу, сейчас... Главное, что слышно. Хантик, как ты теперь один без напарницы будешь? Я не... А что ты ФК стоял? Я микрофон сказал, я настраивал. Так ты, брат, что-то, походу, не настроил. Ну, я говорю, у меня не ставится хайперэксовский. Блядь, у меня смена слышно. Языка открылась из-за альта. Английский. Блин, давайте к генератору сразу какому-нибудь подойдем. Где он? А я... Блядь, ну это пизда сейчас одному хуярить. Блять, как так ловушка далеко, блять, палит, сука! Ой, Дина, зря ты это делаешь, Диночка, зря. Ну я сейчас резну, 100% резну. Да, блять, Хантик, козел ебаный. Ладно, это ГГ. Ой, чё, я ещё раз пизданул! Чего, блять? Если я что, у них есть своих отдала антидот, и я поднялся антидотом кого-то. Да, это скорее всего либо Дина, это либо... Это не я, ставил две ловушки наверху и... Да, Дина, короче, Бисти... Значит, Дина, походу. Это либо все, Дина, либо Кровай. Антидот. Потому что мы были втроем, я, Дина! Бистикс возьми, и... Возьми. Дай. Дина! А Дина молчит! Дину Дина, иди сюда! Ты уверена, что Вадим, это не Хантик, да? Я поднял, она мне... Вадим, а ты где? Я? Вадь, да. А давай встретимся в центре. Короче, центр Дину сейчас. Убили, она бы говорила. Давай в центре встретимся. Брат, прикол в том, что Крис, если она мертвая, если... Ой, если Вай, она давай может... В да я иду! Давай, в центр, да в центр. Нет, иди сейчас. Тянет, нет, нет, прям сейчас иди. Прям сюда. Да это очевидно, что он время тянет. Если хочешь меня проверить, если вдруг сомневаешься. У Дина нету, по-любому, скорее всего, скина Лиса, я так понимаю. Да Дина убили, что... она молчит. Значит, это... А Каравай типа начал говорить специально, и чтобы просто надо найти его сейчас, да? Мы же просто его можем убить или что? Да, просто... Да. Ну, давайте просто район бегаем, главное, чтобы это все. А, блин, я тут дверь можно открыть? Блин. А, нет. Пошли. Ищем просто. Марк 100% нормальный. Я бы проверил на всякий. Хотя стал бы я поднимать. Да нет, ну все равно был этот. Это понятно, что это Каравай. Все, давайте вместе бегать. Он где-то сидит в углу, просто скорее всего, давайте найдем его все. Главное, сбегайте просто рядом, чтобы все вместе были. Да. Нет. Тут вообще никогда по ней понять, где он. Типа нет никакого звука. Стой, мы. Что-то. Вы где? Все, давайте вместе. А куда где? Где? Вот, я тут. А ночью нельзя пить. Блять, нихуя! Блять, там сзади был открытый, я думал, там тупик, блять! Сюда иди! А чё я не съел, алё, блядь? А чё я не съел, алё, блядь? Не, это пиздец, а какого хуя я не съел?
кто жив? Так, я жива, я жива. Да, все, мы все живы. Помогай пиздеть Серию, меня сейчас убил, он так ёбнутым просто. Он меня чуть не сожрал. А меня, чтобы вы понимали, он меня убил, я в него стрелял, и он просто через секунду тэпнулся, и я нокнутый уже, блядь. Это вообще пиздец. Яд есть, идите сюда, можно яд забрать. Нажми на яд. Возьмите. Берите, берите. А ты чё молчишь, Вадь? Да потому что это он прячется. У нас групповая игра. А как узнать, какой у него скин только? Кто он, типа, какая у него моделька? Я не помню, но ты его увидишь, он типа... А, на Q, да. У него дед, у него дед. А, на Q. Просто надо деда найти, и всё. Так, а вы где? Я бегаю, лутаюсь еще. А я забыл, он днем видит шаги вдали или нет? Типа, днем на шифте я бегу, он меня видит? Вы не знаете? Днем пусть. Нашла! Я в угле. О, наружу. Чучело. Бля, он лагает пиздец у меня. Тихо. Все, я его сейчас захаваю. Все, я его дам тебе дотом, бля. Ну, этим, блядь. Ой, хули он так сдалека мне ёбнул? А все, ты его убил? А что в игре, что надо, просто убежать как раньше? А ты его убил? Давайте, да, я его... Бля, ебаная игра, нахуй, конченая, отвечаю. Давай откроем, повысим, только я не знаю, где тут сокращение времени есть, как раньше? Я смотрел сзади, Кент бежал сзади меня, наверное, 30 метров, блядь. Он нахуй за 40 метров меня ёбнул. Я приближаю ночь. Могу ливнуть. О, все. А, ночью. Бисикс, бисикс. А, походу, когда всех убили, ночью говорить можно? Или это последняя ночь? Последняя ночь. Бисикс. Бисикс. А, он замученный, блин. Бисикс. Алло. Бисикс. А? У меня вопрос. А как ты с такой дальности меня пизданул? А у тебя, ты у меня лагаешь, ты меня так же убил сдали, и я сейчас за тобой бежал, я тебя два раза не мог убить в упор, что, а потом чтоб ты понимал, короче, смотри, чтобы ты понимал, я смотрю сзади, вижу, что ты пиздец как далеко, в итоге я решил убегать и не стрелять по тебе. Ты и ты меня с вот такой дали ёбнул. Ты, короче, убил кого-то из нас, нокнул, когда мы вдвоем ушли, там один остался на втором уровне. Потом я тебя начал стрелять, ты у меня завис на секунду, тэпнулся, убил меня издалека. И сейчас я, когда за тобой с антидотом бежал, я тебя два раза не мог в упор убить, ты у меня два раза тэпался вперед. И пиздец. Потом я сейчас тебя убил. Бля, ребят, типа я хуй, ты это либо я, либо ты лагаешь, но, скорее всего, ты, потому что остальные у меня нормально бегают. Суки, уроды. А чё ты хотел? Чё, Хантик, я сорян, я... Жесть, Хантик. Блядь, Хантик, ну ты за что уродами нас? Я стоял, настраивал. Сорян. Блин, ребята, то есть если ужас отпился, и ночью мы его нокнули, то он встает и сразу так же может полностью да, убить. Да, да, да. 5 секунд респавна, 5 секунд респавна. Это очень жестко. А если по нему стрелять, когда он нокнутый, он не усиливает его нок? Нет, я вот сейчас стреляла, вообще никак не повлияло. Короче, если он ты сразу... его нокнул, просто съебываться надо. Да. Я два раза Дину схавал просто. Сразу я Хантик поднял, потом я еще раз ее убил. Если бы Арина чуть пожила бы, было бы идеально. Я смотри, ну так мансил! Я помню то, что ночью нельзя говорить. После того, как ты кого-то съел, ты сразу следующего можешь есть или тебе нужно отпиться? Отпиться. Чуть-чуть. Отпиться, наверное, это же слишком оба была. Ты бы так в первую ночь мог всех убить, по сути. Все, я мирный, наконец-то. Все, мутим. Но ты же меня дважды полностью съел. Мутимся. А и вновь я невиновна. Это новая. Это новая лесопилка. Но это на самом деле такая карта себе. Ты недовольна. Арин. Она заебалась играть за плохих. Я слышала вздох. Да, кажется, тебе опять плохой выпал. Не-не-не, я просто тупая. Не наговаривай на себя. Тю, ебать, у меня тут уже кровь выпита, блядь. Опа, Хантос, а вот так нельзя, нахуй. Иди нахуй. Блядь. Так не делается дела, блядь. Забегаю уже, кровь выпита, нахуй, стоит, смотрит, понятно. Да я шучу, заебал ты. А где у тебя Хантик выпит, если у тебя тут он и не выпит? Выпито, вот тут выпит, вот. Так. А я не знаю кому. Не-не, ну куда, Хантос, ты куда берешь, ебать? А, то есть вот так, да нахуй? Теперь все в курсе, Каравай, спасибо. Бля, Каравай, ты еблан. Вот, сука, почему когда ты, блядь, берешь, никто не пиздит. Хантик, брат, все нормально. Ну все, теперь мы знаем то, что это не... Почему Хантик не мог сделать вид, что это я взял? Чего ты на меня повесил трекер, Паш? А чё нет? Ну а зачем? Сейчас начнется ночь, и что, меня сожгут? Пиздец, Хантос, блядь. Ну либо он зараженный просто. Следи за тобой, я с тобой буду бегать, давай. Бля, какую-то хуйню. Подозрительно.
Ребят, все сделали, можем ночью уже начинать или нет? Я не могу найти ни один фотоаппарат. О, давайте каждый встанем у генераторов. Да, у меня ползастережения. Это вот эти вот, которые тут? Я на 30 секунд, я на 30 секунд сделал. Го, каждый у разного генератора. А зачем нам разделяться, чтобы нас съели? Нет, на самом деле, да. Это же, нормально. Ну, странно. Лучше стоять в пачке. Пацаны, ой, ребят, я делаю, не ночь, сделаю ночь, все, сидите вместе. Мне надо отбежать из-за... Алло, делаю ночь. Бля, я с Ариной в пизду нахуй. Знаю, Кристин. Помогите! То есть ты хочешь, чтобы мы не починили быстро генератор? Так, я чиню со мной... Я хочу, чтобы так, нас Рис не убили всех пары. Блять. Мама. 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 Фу. Пока не стреляются, давай я генератор делаю, давай. Не бегай, да случайно. Мама. 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 Мамочка, мамуля. Мама. Короче, блядь, у нас игра лагает. Я зачинил троих. Я зачинил троих. Карай, ну ты можешь не пиздеть, ты лагаешь у меня, ты, блядь, зомби ебаный. Ты ебанат! Бля! Дядь, так не работает, ты гонишь? Хорошо, но я говорил просто предложение, в прошлом раунде у меня единственный каравай лагал, и сейчас он у меня опять так же лагами. Бля, ты рофлишься? Каравай, а чё ты прячешься в кустах? Я, короче, точно знаю, что это не Дина и не Крисвейв, а остальное... Ну, я видела постоянно каравая, который... Я три генератора. И потом еще бегал со мной. Ну, я, короче, говорю просто, смотрите, что у меня в прошлой катке только каравай лагал, сейчас меня лагающий зомби убил, и это не Дина и не Крисвейв. Это правда, да, мы были втроем. А Крис мертва? Крис, да, походу, да, захавали. И да, Хантик тут один. Я три генератора почистил, ребята. А, так, Хантика тоже схавали, все, давай их нахуй. Да вы ебанулись, нахуй! Это пиздёж, нахуй! Это Бисикс, это Бисикс! Да подними, Арина! Арина, подними, Арина! Это Бисикс! Готов, заголосовали. Да это пись, Арина, блядь! Ну... Что, ты проголосовала? А почему? Стоп, а Хантик тут вообще? Хантик? Ну или это Хантик? Ну типа, и он тоже жестко переиграл. А вон он бегает, уёбок. Хантик, а чё ты молчишь? Ёб твою мать. Это Хантик, всё, пизду, я проебался, сори. Кровать зря кикнули, походу. Ну, может, не зря, может, а я угадал. Это либо Арина и Хантик. Ты? А почему это не потому ты что я с Крисвейф и с Диной был рядом, и они нас да, напали, нас и я ставил ловушки. Когда мы были втроём. Это точно не я, это точно не Дина. Крисвейф захал. Дайте мне чекер, дай мне чекер. Забери, Дина. Чекни Арину, чекни Арину. Давай. А чё он не ставится? Она убежала, походу, мы проебали, зря мы кровать кикнули. А у меня пулю нет-то. А, вы где? Вон, вот. Только что тут где-то было, даже видел. Где? Вон сзади, вон она убегает, это не она, все, забей, мы проебали, зря кровать. Арина! А как мы выиграть можем 2 в 2 сейчас? Я вот этого только не понимаю. Мы же кикнули, 3 же голоса надо. Блин, хороший вопрос, кстати. Блин, она убежала, спряталась. А, это ты, блядь, сори, я думал, скин. Ай, пиздец. Блин, мне теперь... Аптечку нужна теперь. Блять, а где она? ХЦ. Вон. А, так Арина плохая, блядь. Там ловушка была. Арина, попасть. Ему еще два генератора зачистить надо. Ну это пизда, он не выиграет это. Блин,
10. Генератор надо чинить, брат. Ты видишь, где они? Вижу. Да. Бля, один генератор. Бля, пиздец, братан! Спасибо, папаша, что подарил мне этот Рено Логан черного цвета 20 века. Мы все равно дойдем до ночи. Ой, до следующего дня. Давай, надо будет только Рин, смотри, нужно найти яд и забрать кому-то из нас. А где? А мы не сможем их сейчас... Нет. А как мне, блять, выиграть вас, уёбки, 2-1? Давайте на ножах по одному. Пойдете? Или очкуете? Да-да, сейчас яд найду. У меня ноль пуль. Дайте мне антидот, дайте кто-то антидот мне. И давайте честно, чтобы сыграем. Арина, иди сюда. Я тоже тогда честно играла. Арина, иди сюда. Дай мне антидот. Ты кикнул, кровавая. Ну дай антидот. Нет, антидот. Нет. Я 1-2 не выиграю с антидотом. Дай антидот. Да убейте его нахуй, пошлите новую, блядь. Пиздец. Блядь, а зачем вообще игра продолжается, когда 2-1? Сори, край, ну реально лагал только. Козёл ты ёбаный, понял? Блин. Я верил Бистиксу, ну, то есть он для меня был мирным. Я не верю больше. Всё, я на лаги не опираюсь. Не-не, всё, больше лаги просто не опираюсь. Бистикс одну катку затащил, другую... Он зовёт Марка, Марк не отвечает, понятное дело, что либо он умёртый, либо он ещё живой, нахуй. Ему похуй всё равно ебашит. Козёл. Надо было нам сначала его чекнуть. Ну, согласен. Это было тупо, потому что это... Казнили без суда и следствия. За что, нахуй? Ну а почему что это с игрой? Почему так лагает, типа, у вас тоже? Потому что игра такое? Говно ебаная. Просто, допустим, вот за зомбика меня в прошлой катке сейчас чел с кого очень жестко, потому что там не без шанса вообще. Дайте мне зомбика по-братски. Да ты постоянно предатель. Бисикс вообще все сделал. Отдал мне антидот. Поводи. Убил. А я антидот не тебе отдавал. Ты отдал ему антидот. Я тебе открываю, ты не забрал. Он стоял, я ему не отдавал. Ты микрофон замут в Дискорде. Ты открыл. А, блядь. Играли чисто с тебя предателем. А как? Уебикрасивый. Бля, Бисикс, все, я тебе ебашу сначала. Бисикс, слышишь? Бисикс, не надо, я тебе. Мне сказали баг, что тут есть, короче, красненький подсвечился, все, он черный. Снова мирное. Я ночь приближаю. Да иди нахуй! Я приближаю. Нет, не надо сейчас приблизить. Чтобы они запились, это же имба, нет? Ну вообще да. Надо сначала вещи собрать, как вы тогда приблизили, у меня даже камеры не было. Ладно, я приближаю тоже похуй. Въебываем, короче, игру. Сука, блять, ну опять сейчас возьмут нахуй все. Все, я приблизил. Так, тут... Ну, блядь. А я не знаю. Получен антидот. А блядь, я ебал этого хантика в рот. Неизвестно. В смысле ты меня в рот ебал, алё? Хантик, а ты поправил микро? Ты просто игру выиграл, нахуй. Что? Не, он не поправил. Микрофон нельзя пофиксить, это баг игры, что два года назад, что год назад. Это не. Игре похуй вообще. Кто хотя бы микрофон работает? Можно, пожалуйста, фонарь? Не, фонарь это самое хуёвое, что можно. Могу въебать под глаз. Блин, фонарь раньше нормально работал, а что с ним сделали? Хатик. Ну, фонарь зажигают. Я, ребята, приближаю ночь, приближаю. По-моему, если честно, сейчас вообще камера тратится чисто за один присест. Два. Хуя, что такое присест? А вы знали, что тебе дробовик можно взять, типа, просто никого не прося? Всё, ребята, помогите, всё, я умираю. Почему? Ну то, что сейчас меня убьют, нахуй. Алло, это! Что? Хантик, договори быстрей! Какой Алекс дал? Бля, какой же баран, а? Бля, все въебали. Мать моя женщина. Мама! Мамуля. Ой. Мама. Мама! Sweet dreams.
Мама. Последний, последний, быстрей. Последний, подавай, давай, 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 давай. Настя, все. О, блядь, еще один, ёпты. Последний, блядь. Похуй на шите. На яйцах, похуй! Насть. Я зачинил три, нахуй! Кого я подняла? Что, Хантик, кричал? Короче, подняла меня, это точно не Бистикс, мы оставались вместе перед началом, и потом на нас я напали. Я тебя подняла. Хантик, да, что да. ты кричал? Что ты кричал? Скажи, я пожалуйста. Я кричал, что это Алекс. Хорошо, Арина... Кто это? Алекс. Я? Алекс, это кто? Алекс, это кто? Я, походу. Ребят, послушайте, пожалуйста, Арина 100% Ай, Хан. Алекс, это Арина. Алекс, это Арина. Бистикс тоже нет, мы были с ним вместе, да, с Пашей. Да, можно я скажу? Мы были с Кто остается? Кто жив? Все живы? Я Кристина, Кристина, зачем ты считала? Я подняла Арину. Арина говорит то, что я ее подняла. Арина, тебя подняли? Да. А подняла. Ты уверена, что антидотом. Ты ее поднимала? Антидотом. Да, меня подняла Кристина. Подними! Хорошо, пусть Арина берет тогда эту хуйню. Паша, давай с тобой возьмем. Нет, 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 пускай Арина возьмет. Арин, бери, Арин, бери. Я Дине верю, я Арине. Я верю Дине, если Арина... Да Хантик, уйди нахуй отсюда, блядь! Надо давать Кристине. Точно Арину поднимали? Надо давать Кристине. Арине, дайте Арине. Да, блядь, Арин, возьми! Ее подняли. Бля, вы конченые? Арин, возьми! Арин, бери. Арина, бери. Давай. Чекни, чекни, каравай. Ш, меня чекни, чекай, быстрее, да быстрее. Каравай, каравай, да время нету, время нет, она не скажет. Она не скажет. На яйцах. Бля, походу яйца мои просрочились нахуй. Съебало. Блять. Больше яйца не буду пробовать, нахуй. Все. Фух, блять, он не убил, сосать на нахуй. Пошла нахуй, пошла нахуй! Сосать! Ребята, так, на мне был чекер, я не мог превратиться. Вы все же поняли то, что это Бистикс и Дина, все. Да, 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 все, ебашу. Бистикс ебашит меня! А, это Дина, Дина, еба... Дина ебашит меня, Дина ебашит! Дина ебашит, да не может пиздить! Ко мне, голосуй, голосуй! Хорошая Ариночка, найс! Остался Бистикс, Бистикс, спасибо за донат, сейчас увидим, посмотрю. Ищем, ищем Бисикса. Ай-яй-яй-яй, мин, сзади, сзади. Поднял, 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 поднял. Не поднял, блядь. Поднимай, Кристин. Блядь. Похуй, похуй, не поднимай, остань. Блядь. Ничего, ничего страшного, похуй. Надо Бисикса просто бить. Он не сможет нас это. Он пьет, сука, уебок. Бля, Бисикс, я же пизда сейчас полная, нахуй. Да идите нахуй, один из три, суки. Соси жопу мой, понял? Дай мне этот. Уебок ты, блядь, ебаный, с пингом 10, нахуй. Он с хуйой, блядь, он зашел с читом, блядь. Ари, Кристин, попади, блядь. Я не могу, я вообще не понимаю, как он попадает. Да потому что не попадаешь ты.
Спасибо. А, блядь! Ну попадите вы, девочки, ёп! Короче, пизда этому, ёп! Блядь, сука, сколько же у него хп-то, нахуй? Он регенится или чё, блядь? Пизда нам, нахуй. Мы не можем убить... Патрон. Мы троём не можем убить одного кента, вообще, блядь. Кристин, ебани его, Кристин! Положила? Лоу хп. У него это фигня, навык, который типа. Мой навык, я первый раз... Кристин, Арина, Арина, дай! Арина, Арина, иди сюда, Арина, Арина! Арина, встань сюда, вот сюда! Давай, дай. Иди сюда, сука! Где ты ходишь, блядь, ёбок? Попал? Я ёбнул его нахуй, хорош. Просто в шею, блядь. Ек. Что, мы льваем? Нет, до конца доигрываем и всё. Бля, мне кажется, у меня сосед сейчас пиздец. Блядь, мне сейчас сосед ебало даст просто. Алло? А нахуя тут двустволка, если она в упор не убивает, а пистолет не убивает? А чё ты пиздишь? Да, вообще пиздец. Да, это было очень странно. Когда я хочу забрать чекер, блядь. Ты в него выстрелил, а тот в тебя вколол. Я не знаю, я с пистолета, блядь, с трёх пуль убиваю, с двустволки две шота выстрелил. Паш, одно могу сказать, сосать. Каравай. Слушайте, как понять, когда... Дина, ты чё, не сказала никого или чё? У тебя не было этой крови? Я хавал одного с другим, нет, но как понять, понял, когда он полностью умирает? Я за вторую ночь заскавал Хантика. Типа, он сдох, и остальные все были трое живы. То есть ты никого не скавал во вторую ночь. Потому что мы нет, первую скавали... Нет, я человек троих положил, но они потом встают. Ну, нет, именно так анимация. Так, чтобы они там не вставали. Есть, ну, аним... тебе надо... Ты нокаешь, у тебя за нок, я так понял, дается вот это очко, которое дается за кровь. А, то есть нужно пронокать там... ноги, чтобы да, накопилось? Да, еще раз накопилась вот эта хуйня, если не закавала ага. кровь. Давай, я тебе нахуй не буду давать ни один... То есть, по сути, мы в первую ночь убили двоих одного лестнули. Хантик, потому что ты сидишь... А он зачем... медленнее копится, да, во вторую ночь? Зачем ты сидишь возле чекера, когда у нас Аринян 100% красный, когда ее поднимала Кристина? Что ты несешь, Хантик? Ну, блять, а я этого не верил. Ну, вы, конечно, пиздец. Вы все, кроме Дины, стояли на антидоте. Я вот не ебу кого. Я потом на рандом Арину захавал, но вдруг она реально забрала. А я не... А у кого было? Кто поднял? Кристина. Кристина. А я вообще не, я думал, либо Арина, либо Хантик забрал, потому что я когда прибежал... Дайте мне плохого, блять. А почему вы сказали после ночи, что это мы с Бистиксом? Я, кстати, тоже не знаю, с чего взяли, если мы все шестером были рядом, да. А потом убили. Потому что я подняла Арину, была уверена в кровавой, потому что мы бегали вместе, плюс Дина, ты засейвила Бистикса, когда говорила, что именно ему надо дать чекер. Только ему ты говорила. Ну и все, я подумала, что вы в связке. А меня слышно? Ну ты это только после ночи сказала, все, мутим, все мутим, все, го. А я не успела слышно? Перед ночью. Паштет, красава, вообще, тебя выебал в рот вообще жестко. Ты по-любому сейчас зомбик, я тебя сейчас так разберу. Давай. Да. О, кстати, мы на этой карте ни разу не играли. Паша, ты сейчас мирный? Да. Конечно, блять. Стоп, а это же карта была, по-моему, уже, нет? Да, это старая. Чего? Это старая карта, она переработана. А, ее переработали? Не, ну тут все переработаны, они же везде ловушки по-другому стоят. А, все, я вспомнил, да, эту карту. Это самая первая, по-моему, вообще карта, которая в игре была. Хантик выглядит мирно. По глазам увидела? Не, он просто стоит там, не спеша стреляет по мишеням у воды. Вместо того, чтобы свекровь искать. О, теперь когда бегаешь... А, ну тут уже кровь запита. Кроватьчик рядом бегает. А где запита? Крис, ты туда побежала первый раз. Ну вот я туда прибежала, и там кровь. Я с той стороны побежал, но она там была выпита, была выпита. А мне как... Не, пожалуйста. Ну я потому что ну, бежал в сторону Криси, я видел то, что она не успела. Просто она мимо меня тут пробежала, типа, и туда. Не, она бы не успела. Она бы не успела. Ну а смысл не говорит то, что ты меня забыла. Ну, чтобы отвести подозрение, что ты говоришь, выпита, это не ты, значит, ты типа не пил. Да, логично. А что тут поднять можно? Это что? А, ну это. Давайте никому не делать, не хотите. Да ты ебанут! Никому нахуй. Ну, я подозреваю. Ну похуй, хорошо. Блять, ну похуй. Ну хоть шанс будет, типа какая. Просто со мной бегайте до конца, пожалуйста. Похуй, уже знает, что это я. С нами все там были, блять. Так. Так. А где, блять? Не знаю, Карабус, я тебе не знаю. Знаю, такой странный вкид был от Бистикса, пиздец. А Бистикс тоже для меня подозрительный, пиздец. В чем странный? Ты прибежала, сказала, что там выпита кровь, хотя я видел, что... Не-не, Паш, я к тебе говорю, Паш, ты туда первая прибежала. Паш, забезбезбез. За мной, блядь, пацаны, ну за мной. Типа, по кровати я задефу, все нормально. Значит, это не... Да что такое? Значит, что? Извините. Значит, это не ты, то, что ты выпил ее прям там. Потому что кровать сказала, что она уже была выпита там.
Ты с Каравая, может быть. Плюс Крис. Ну да, типа, ты с Каравая, может, такой себе быть еще. Ну, это как вариант. Ну, мы поймем, потому что мы знаем, у кого антидот. Да, если не поднимают, то это значит Каравай. Уже очевидно, сразу будет первый. Главное, чтобы его не захавали. Только где у вас Каравай, вы, блядь, видите вообще? Вы с ним бегаете? Вот у меня тут с Хантик и Крис мы втроем. Короче, если меня убивают, я с Бисик. Бля, пацаны, надо поднять на Хантика, да? Блять, с одного удара нахуй ёбнуло меня! Да, да, стой передо мной, чтобы я тебя пизданул. Найс, хорошая Арина! Арина лучшая! Арина просто красава! Короче, первый бисик, потому что мы были вместе с... Я просто тобой с Хантиком сверху... Ты убил при мне только что! Кого я убил? Я сверху появился зомби, я начал по нему стрелять, тихо, одного из вас. Я не успел, смотрите, хорошо, рассказываю почему. Первый бисик, второй... Короче, почему я еще тихо, дай скажу, бисик, это скорее всего ты опять. Забей. Смотрите, короче, рассказываю, почему я не поднял Хантика. Хантик, ты же мертвый? Так. Короче, я подхожу, вижу, что два кента возле Хантика стоят. Короче, это, и... походу, Крис и Каравай. Это, походу, Крис и Каравай, потому что... И пошел нахуй, Бисикс! Мы стояли троем, а сверху появился зомби, я начал стрелять, кого-то из них убили одного, Бисикс, я не знаю, Крис или кого-то. Охуевший. И сейчас Крис говорит, что это я почему-то, хотя бы мы просто, типа, стрелялись и нас убили. Я не знаю, кого убили, Крис или кого-то, учитывая... Ну, Крис или Хантика, Хантик молчит. Ну, Хантик молчит. Вы можете найти трекер? Трекер, можете найти? Хантика убили, а ты вместе с этим зомби был, и все, ты говоришь, что это я. Дин. Вы можете найти чекер? Послушайте, пожалуйста, первый это Бистикс, второй ХЗ, но странно, мув был от права, то, что он не поднял. Я только что объяснил, почему. Я только что объяснил, почему. Да, я согласен. Но первый Бистикс, и на самом деле, я не знаю, почему вы просто ходите, если вы... Бистикс, пошел нахуй. Пойдемте проверку возьмем, дайте чекер. Вот, возьмите проверку, проверьте, меня или Крис, давайте. Я бегу. Я тоже сейчас побегу. Давайте я возьму чекер. Дай мне быстрее. Проверьте меня, пусть проверяет, кто? Дина, давай. Кого проверить? Они не придут. Давай Бистикса проверю. Давай, я иду. Подсветите, где этот чекер? Где Бистикс? Его нет. Я иду, подсветите, меня слышно? Давай я Арину проверю. Хорош, Бистикс вообще красава, охуенно отыгрывает. Хорош, паштет вообще бомбочка. Не, Кристина, ну с такой серебой, Крис, это пиздец. Чё стоим? Бля, они сейчас нахуй сделают все, алё, блядь, паштет! Вижу одно. Блядь, надо еще одну, блядь! Не дать эту штуку резнуть. Блядь, паштет, мы сейчас еще въебать можем! Подними Крис, пацаны, нет смысла, потом два в три будем, понимаете? Скорее всего, ни одна Арина осталась. Блядь. Кто живой? Я живой. Так, я говорю, что это Бисикс. Я говорю, что это Бисикс. Ну да, это Бисикс. Он за Лизу играет, верно? Вроде бы. Не за Лизу, а нет, за ты за Лизу играешь. С бантиками. Да, я за Лизу. С бантиками на башке, девочка. Короче, это Бисикс. Кто у него в паре? Давайте антидот возьмем. Точно мирный, я Арину проверяла. так, Крис была мирная, она мертва.
Ну я еще живой, но я мирный. Бистикс и каравай, что ли? Я мирный. Ну мы же никого не выгоняли, каравай. А, Дина? Это меня каравай ударил, если что. Ну, это Бистикс и каравай, потому что. Бистикс, голосуй нахуй! Благоебашь, голосуй, голосуй, все, Найс. Все, осталась Арина. Я нокнул, она сейчас появится. Бистикс, скажи ей хоть слово, вон она бежит. Да я мертвый. Я мертвый, говорит. Я говорил сразу, что это Крис. Мертвый, говорит, хорош. Вообще очевидно. Давайте Ластецкую. Обидно проигрывать, когда знаешь, кто это. Давайте Ластецкую. Просто не можешь попасть, потому что они... Да, ты вообще пиздец. Просто, ребят, мы каждый раз одно и то же делаем. Почему мы отдаем, блядь, антидот каравай? Никто ничего не говорит. Почему вечно каравай забирает? Какой вечно? Первый раз сейчас взял! Я с ним в тиме был, я ему отдал антидот. Понятное дело, он мне отдал его. Там стояла, блядь, хуево туча людей. Так никто не подошел, я один стоял и ждал, пока мне... Нет, там, там каравай еще кто-то стоял рядом, но я типа открою... Ну я первый убрал, я подумал, первый что каравай забрал. Заберет, да. Там еще один кто-то бегал. Все, давайте Ластецкую и все. Мне, кстати, мне больше нравится, чем раньше. А ты меня выбрал, Бисикс, да, чтобы был... Не, я там на рандом... Ну я мог выбрать, но что-то затупило, я на рандомно выбралась. Понял, я думал, ты меня выбрал уж по-братски. Не, мне, кстати, больше вот эта тема нравится, раньше похуже было, действительно. Раньше еще газ был, нужно было перебегать из помещения. Ну, то, что ночью вот это говорит, то не говорит, ну, поприкольней, действительно, такое интереснее играть, мне кажется. А, мне кто-то знатил, бля, надо посмотреть, сейчас. Ебать, косарь рублей, нахуй, Ник, спасибо огромное за косарь, ебуный рот. Охуеть, спасибо. Спасибо, брат, огромное сердечко тебе, ебаш. Очень приятно, брат, спасибо. Меня слышно в Дискорде, ребят? Меня слышно? Okay. Пам-пам. Или ты говорил в чат плохих? Тут нет чат плохого еще. Брат, я просто замутился, я в Дискорде. Wakey. Как будто быстрее бегать стали, вам так не кажется? Я не знаю, я фол сначала 110 остался? Поставил и охуел, поставил теперь 80. Вы видели настройку фола? С кем я не понимаю? Там на 110 А-а-а. Вообще ничего, там у тебя всю карту видно, как будто у тебя 360. Контос! Блять. Ничего, ничего забил. Получен антидот. Ну, наконец-то никто ничего не сказал, блять. Нет, я ну опять ему что-то караваю отдал, как всегда нахуй это происходит. Иди нахуй, а. Ну я знаю точно. Опа. Нахуй, короче, мы, короче, происходит. Смотрите, говорю инфу, там, где антидот забрали, там кровь выпита, возможно, это забрал антидот, который чел, который... Ой, это очень плохо тогда. Это хуёво. Поэтому сразу смотрите аккуратно. Если кто знает, у нас кто нет информации, антидот, кто антидот взял. Кто взял? Ну я знаю, кто не взял кто-то... точно. Вот это я буду сказать. Бля, Хантик, ебать тебе микрофон, пиздец. Да нормально, в смысле, ну у него хуёвый, но понятно, что слышно. Не прям ну так, да, да, нормально, нормально. Проблема игры, я не могу. Ну да, забей, забей, нормально. Хантик выпил при мне, Хантик выпил при мне, срочно, где, срочно, где, в бассейн, где, срочно, кладём, кладём, бассейн, 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 я специально пряталась за шкафом, ха-ха, попался в ловушку. А, кладём Хантику, он в бассейне. Он блядь. Меня нокнул. Приходите скорее, он плавает в бассейне. Он застрял в бассейне. А где бассейн-то тут? Да, слева. Блин, где-то. Опа, крова не может найти бассейн. Так, Хантик, да на как я-то не ебу! Вон он убегает, Арина, видел скорее? Да. Надо и выпить. Ловушечка, ну, короче, сработала. Он, кажется, налево не пошел. Ладно, все, давайте без щита, без щита, без щита, главное. Дина, я с тобой. Да я с тобой, куда хуяришь? Да-да-да, я испугалась. Я тебе без щита пошли, генератор. Блять, не схавал, ёбаный рот, надо быстрее хавать. Да как я не схавал, ты у меня же 500 есть, ебать, что за хуйня? Как я не схавал, алё, блять, у меня же 500 было. Сейчас опять новое, что ли, надо собирать? Да чё за хуйня-то, блять? Ты умер только что, надо заново собирать? Ёб твою пизду.
Ебать, Кристина стреляет жестко. А, сука! Блять, ну надо еще двоих убить, чтобы дали кровь, пиздец. Еще одного убить надо, Хантик. Блять, блять. Я не успею. Че, я один или как, блять, вы сделали? Я живой. А, но это каравай и Хантик, очевидно, типа. Только надо чего нахуй? Метей и нокнуть. Я на центре, я на центре. Да, да. Какой? Ты ебанат, нахуй, ты нахуй меня... У меня антидот, ебанат. Это ты. Вы что, ебанаты? У меня антидот! Каравай. Это каравай и Хантик, пожалуйста. Вы же уже очевидно, Дина спалила Хантика, и это каравай второй. Добейте кто-то. Третий. Арина, Арина, ты где? Лежи, добей его, добей. Ну, это Хантик идет, не буду добивать, это Хантик идет. Каравай и Хантик, главное убить их просто и все. У меня пуль нету, это самое хуёвое. Я бы их перестрелял, но я просто не знаю, как, блядь, фармить тут пули. Бля, опять заново надо фармить, ребят. Надо опять я заново понимаю, фармить. Я, блядь, не могу найти. А вот когда заражен то был, у меня миллиард пуль, как будто бесконечно было. Сейчас я все нахуй проебал. Я нокнула! Я бегу. Быстрее, Арин, беги! Вот он! Сзади, убейте! Убивай! Нет, просто так меня будет. Нокнула его. Я тебя подниму сейчас, Крис? Только так. Блядь! Сзади, каравай, каравай, голосани. А, ну мы не успеем, у нас Арина исчезла уже тоже. У меня на нем метка красная была, то, что он зараженный. Чё? Сможешь попробовать? Сможешь попробовать его? Это как? Добивай, Арина! Добивай! Арин, поднимай меня, я его голосую. Я тебя не могу, ты у меня забагался, я тебя поднять не могу. Арина, можешь меня поднять? А ну, ой, бля, да что так не везет-то, сука. Какая игра ебаная. Какой анлак. Как же изи, ребята. Троем, сейчас нокнем еще одного. Там вообще крипы. Как это вообще такое возможно? Просто не могла поднять. Пиздец, 10 секунд. Надо успеть не того еблана нокнуть. Давай, еблан, там приписка. Ай-яй-яй, установила. Дина, ай-яй-яй-яй-яй. Эх, в ловушку попался. Давай тебе сейчас нарву. Давай нокнем. Куда ты нокнуть собрался, малыш? Сосать! Чтобы еще одного убить, нужно 20 крови, правильно? Все, можно сейчас хавать, правильно? Куда ты там стреляешь, нахуй? Все, изи. Изи, бро! Остался ластовый, это so easy. Ой, блядь, я тут же вылез, откуда я, блядь, играл. Хантик, у тебя? Я иду. Пашечка, куда это? Блять, он успел, сука. Но он не выиграет, да. Потом антидот просто дашь. Антидот дашь просто. Пацаны, название не могу поменять, модеры не могут поменять название. Из-за того, что у меня найтбот не работает, блядь. Похуй, пускай он установит, похуй. Давай просто next. Ну и так. Да, давай. Паш! Как ты, брат? Как ты? Сейчас я пули наберу вам, пизда. Давай. Пулю наберешь, там напишешь ВКонтакте. Каравай, блядь, алё. Чего иду, блядь, я? Да отойди только с метки, нахуй, он сейчас придет еще. Пососал яйца? Брат, просто поднимай это и убиваешь, иди. А, я не успел. Блядь! Беги быстрее ко мне! Беги. Про
просто встань, просто встань, просто встань. Все, пизд... Паштет! Паша! Паш! Любимый! Пашечка! Пашуль! Все, тебе пизда! И нахуй! Тебе пизда, Паша! Ревавни его, ревавни! На, блядь! Не работает! Оно не работает! Чё за хуйня? Блять, игра конченая, хуйня! Быстрее ищи! Я все равно не выиграю нахуй эту хуйню, тут невозможно. Блять, конченая, игра конченая, залупа нахуй, вообще. А, я не тем тыкал, бля, ебать, я толбоёб. Сука, тупица, ебаный каравай. Да я не то тыкал, забей. Паш! Сюда иди. Паша! Я тыкал антидотом, нахуй! Меня бесит эта игра. То есть мы знаем одного преступника точно и... Да вы просто не успели два раза кикнуть из-за бага. А вы не успеете еще одну или все, вы все ушли? Идеально, я сижу за шкафом рядом с кровью, сейчас кто-то попадется из них. И тут такой хантик, о! Все? И все? Все, ребят? Ну я еще могу сыграть. А кто-то один вышел? Все, окей. Все, окей, все. Приятного аппетита всем, спасибо огромное, что позвали. Все, спасибо за игры, давайте. Спасибо, все, я полетел. Хорошего дня. Пока-пока. Вам тоже. Пока-пока. Хантик, до скорого. Хантик, до скорого, ебать, ты звучало. Как угроза. Пока. Пока-пока.